Бесстрашный воин. Это воплощение гнева, оснащенное средней или тяжелой броней. Добавьте к этому мастерское владение двуручным оружием и получите убойный результат. Вот несколько способностей, которые доступны этому классу. Свирепый удар. Базовая атака бесстрашного воина активируется левой кнопкой мыши. Это комбинация ударов, наносящих врагу средний урон. Альтернативная атака бесстрашного воина – сбивающий удар. Удерживая правую кнопку мыши, вы заряжаете смертоносный выпад. Чем дольше атака заряжается, тем больше урона получит цель. Первое боевое умение бесстрашного воина – грабитель. Вы швыряете свое массивное оружие в противника и прыгаете к нему, нанося огромный урон при приземлении. Удар вихря – первое ежедневное умение бесстрашного воина. Используя вес собственного тела, вы делаете несколько оборотов вокруг своей оси, рубя окружающих противников. Будь то приключение в самых темных подземельях или путешествие в проклятые земли, бесстрашный воин всегда пригодится в группе искателей приключений.